Заснял шамар. Серединку чуть-чуть надо выбрать. И будет самотом, потому что по замерам серединка малость шире. Это дело как в татуировке. Если маленькая, так с ней надрыгаешься. А толку как с козла молока, блин. И не видно и по оплате. Так же, наверное, во всем. Допустим, сделать большой станок, и тот, кто имеет большой станок, он делает большие заказы и имеет большие деньги. Это дрыганье, блин, так. О, вот это ты красавчик, ничего себе, прям шабли, что ли, такую маленькую. А толку с этого всего, блин. Достаточно. Сейчас промерю ее. Будет все в порядке. Тридцать 37.07. Ух ты, 0.4. Поуже. Тут 0.7. А нет, 0.6. 0.6. Да, вот здесь чуть поуже. Ну, не факт, что это ровно. Одну штуку пришабрил. Сейчас вторую проверю. Малость ее при необходимости шаберну. И тогда подгоню клинушки. И все. И буду равнять вот эту. И она пилит у нас вот так. Нужно будет сюда разворачивать. Здесь капельку сыграю при шабрении. И тогда снизу на шипе ее разверну. На
шипе или на шипу. Краями только берет. Сейчас капельку тут соберем пробегусь и будет все в порядке.